Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег с Сейшельских островов. Сегодня мы ездили заниматься с моей подопечной новой Ози. Вот она, красавица. Да? На Индийский океан. Ходили, мочили ноги, уже даже она поплавала сегодня. Но я заметил такую проблему, что собака в машину не заходила. То есть мне нужно было залезть, и только после того, как я залез, она за мной зашла. Итак, задача стоит сегодня у нас такая, научить собаку залазить в машину. Как мы это будем делать? Ну, обстоятельства разные, собаки разные, пойдемте пытаться что-то делать. Пойдем. Пойдем. Где моя девочка? Где моя Оля? А? Пойдем, красавица. Иди сюда. Да, молодец. Ну, в любом случае, когда собака подходит, я ей даю какое-то лакомство. В принципе, не так давно она поела, но она у нас желудок ходячий. Да? Пойдем, пойдешь сюда. Ай, браво, умница, молодец. Вперед, 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 давай, давай, давай. Ай, браво, хорошо. Пошла? Ну, то есть, обычно банальная вещь, да, ее мотивационный предмет, вот она, подкормочка. Я ее забросил, собака зашла. Сейчас это дело надо закрепить. Молодец, хорошо, ты моя зайка. Иди сюда. Выйди. Вперед, 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 давай, давай, давай. Вперед, 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 давай, давай, давай. Пытается дотянуться, ничего не получается. Вперед. Давай, 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 давай. Как это было? Я сейчас покажу, как это было. Было это вот так. Иди сюда. Ай, браво, умница! Ай, молодец! Ай, хорошо! Вот так вот, вот это было утром. Ну, конечно, это было не так. Еще там немножко за... Мы там торопились, а я ее немножко подтягивал за ошейник и поводок. Сейчас она уже делает у нас хорошие шаги такие. Молодец, браво! Ози, Ози, ай, вперед, давай, 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 вперед, вперед машину, давай, Ози, давай, 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 иди, моя девочка, иди сюда, сюда иди, иди, давай, давай, молодец, сюда, ай, молодец, браво, ай, хорошо, ай, моя красавица. Ну, для начала мы закончим. Сейчас я выйду из машины. Одно из правил дрессировки у нас звучит таким образом, что заканчиваем мы всегда на пике азарта. Сейчас вот я прочувствовал пик азарта. Я дальше продолжать не буду. Для того, чтобы собака хотела вернуться в это исходное состояние, когда с ней занимается. Дальше мы продолжим, и сегодня, думаю, к вечеру, перед кормлением, собака будет уже сама залазить. Сейчас пока жарко, пока у нее, видите, она хочет вроде туда залезть и делает попытки какие-то, что уже само по себе является замечательно и хорошо. На этом мы останавливаться не будем. Итак, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег с Сейшельских островов. Заслужите доверие и уважение, и у вас все получится. Спасибо.